Я просто скромно делюсь своим наблюдением. Всякий раз, когда мы делаем что-то для других, не ожидая никакой награды, нам хорошо. Это просто есть некие законы жизни, законы Вселенной, по которой чисто химически, на химическом уровне, на единственно реальном уровне, не на уровне мыслей, да, а там, где действительно создается, на этой кухне, где создается счастье или грусть, а вот каждого конкретного человека, все так устроено, что, помогая кому-то, мы чувствуем себя лучше. Есть огромное сопротивление у человека, если у него все в порядке, желанию поехать в детский дом, взять ребенка. Понятно, почему мы игнорируем это, понятно, почему мы выстраиваем стену между собой и вот этим миром, да. Но на самом деле, опять же, если это произойдет, если кто-то решится на такой радикальный шаг и усыновит ребенка, если я это буду, то я не пожалею. Потому что мой самый близкий друг – это мой ребенок. Это круче клана Сопрано. Ты и твой ребенок – это суперсериал, в котором бесконечное количество серий, и ты вообще не знаешь, чем это закончится. Засыпает с ощущением, что ты о ком-то заботишься и что ты создал разницу в жизни кого-то, другого человека. У меня дух захватывает. Прекрасные слова. Измени одну жизнь.